Всем привет, с вами Бартоломео МС, и это наш первый выпуск на новой карте. Старая карта у нас полетела, пришлось отстраивать все заново. Тут мы поставили карьер, он только начал работать на огромную-огромную площадь. Посмотрим, сколько он выкопает, как это эффективно вообще будет. Все равно все ресурсы почти что он добывает, мы будем перерабатывать. Потому что на Industrial Craft мы строим материю. Делаем материю и нам... Нет, уже нам не смешно. Да, кстати, я раз уже 8 пытался записать это видео. В конце добавлю. О, флаги появились. В конце добавлю, как это все начиналось записываться. Ну так вот, короче, карьер. Тут у нас нефти мы немножко нашли, выкачали ее в цистерны, в канистры. Вот, короче, он работает. Думаю, все понятно. Если непонятно, пишите в комментариях. Объясню поподробнее. Возможно, видео новое снимем. Ох, какие лаги. Разрешение. Не знаю, фраб слагает что-то сегодня. Так. МС пытается говорить. Походу, его слышно не будет. Он пытается смастерить сам микрофон. Звуки, какие-то зомби. Ну так вот. Все ресурсы, которые добываются, они следуют по трубам, через ускорители золотые. И все это двигается к нам. К нам в сундук. Пока он один, потом сделаем распределитель. Тут только всего-всего еще понакидали разного. Ну ладно. Вот, все элементарно. Солнечные панельки будут у нас. Примерно рассчитано на 400. Энергии в секунду днем. Ну, этого будет, думаю, хватать. Так, механизмы. Тут пару механизмов. Опять же, алмазный генератор. Закладываем уголь, получаем алмаз. Ну, все так же. Через золотые трубы уже сделал. И через вакуумные трубы, если лишнее. Если лишнее будет что-то попадать, оно выкидывается и приходит обратно в сундук. Ну, то есть на выброс. Заново можно закидывать и можно зациклить, но вручную поудобнее будет. Вот. Тут у нас печки. Все понятно, элементарно. Да, русского еще нету, почему-то на сервере я не поставил. Да, дерево и латекс закидываем. А, сейчас нету. Получаем резину. Голем тут у нас охранник. Тупит, конечно, по-страшному. Получаем резину. И еще один механизм, он немножко посильнее уже идет, помощнее. Вот, там у нас закидываем резину, медные провода, железную пыль, железо, двойное железо, двойной переплавки и редстоун. Само собой, смотря что закидываешь, то и получаешь там через разветвители. Закинули резину и медные провода. О, да, получили изолированные медные провода. Закинули изолированные медные провода, получили микросхему. Ну, через алгоритм элементарный, там, сейчас могу показать. Вот, всего лишь такая маленькая схемка. Вообще лагает. Вот такая вот схемка, все распределяет. Опять же, с предотвращением на выброс, если что-то лишнее попадает, оно выбрасывается, вакуумная труба засасывает, и это все отправляется на вторичную, так, зациклено на вторичную переработку. Вот так вот. Прыгаю я высоко, потому что у меня есть ботинки квантовые. Или нано-ботинки они называются, не помню точно. Не суть. Вот. Тут у нас идет переработка, как мы его называем, говна. Сырье. Удобрение или как это там по-разному. Говно, короче. Да. И тут два генератора материи. Ночью компьютер не выключается, генераторы материи крафтят полным ходом за ночь. За первую ночь получили 20, за вторую ночь получили уже 60. То есть днем мы время не теряем, строим полным ходом. Провода, не провода, тут комната. Пол немножко дырявый был у нас. Подвальчик. Подвальчик у нас тут еще на водных мельницах. Они тоже немножко дают мало, но днем, ночью нас это спасает. Хотя энергии полно. 10 тысячник поставили, 10 миллионник поставили, вполне хватает.
Крыши нету, объясню почему. Потому что это очень удобно, когда откуда-то приходишь, оп, и запрыгнул домой. То есть двери мне не нужны, мне это очень удобно. Вот, также у нас есть еще один игрок, который сейчас немножко в отключке находится. С ним произошла трагедия, он попал в соседнюю комнату. Вот, там очень печальные вещи происходят. Но это не суть. Это его дом, он его строит тоже. Пока не достроено, но заготовку можем показать. Подлагивает из-за дождя, походу. Печка на улице. Здорово. Под открытым. Шашлычки, наверное, кто-то делал. Зомби. Ну, кто там? Какая встреча сразу с бензопилой. Сундучки. Ну все, почти как на прошлом сервере. Немножко улучшенный домик. Стеклянная крыша. Закат, рассвет можно наблюдать, встречать, провожать. Провода, солнечные батареи, 2 МФЕ. Ну, там дальше уже не достроено. Тут потом будут разные механизмы стоять, которые будут помогать нам крафтить, строить. Вот. А вообще, как бы, видео просто как обзор. Первое. Дальше будем показывать, что нового на сервере. Камни, земля. Ну, пока первые слои земли будут, дальше посмотрим там. Может, что дельное найдет. В дальнейшем он остановился. А, это опять же глюк. Вот. Да, дождь. Ноги за дождя. Вот так вот. Ну, я думаю, прогресс полным ходом идет. Это подобие бензинной фабрики. Я впервые ее строю, не по гайдам, сам что-то пытаюсь придумать, понять. Ой, кто-то в меня стрелял. Все получается очень странно, вырабатывается очень мало, медленно. Тут, конечно, стояли другие двигатели, но мы их куда-то потратили. У нас проблема с ресурсами. Мы их тратим полностью. Ну, в общем, запас воды. Запас воды. Вода, когда заканчивается, можно подключить. Потом мы хотим это зациклить через редстоун, чтобы он сам через некоторое время включался. Вот так вот, одного угля хватит. А то, если его... Ой-ой-ой-ой-ой. Лаги. Вот. Так. Теперь надо нам найти кое-кого. Раз у нас сегодня видео... Да ё! Епишкин пистолет, как говорят некоторые. Раз у нас видео про карьер, значит, будем тебя бить сегодня двигателем. Давай, сюда иди. Да, давай. Да я понимаю, что хочешь жить, но как бы... Тебя нужно убить. Да, я тебе обещал убить, просто не хочу бегать, у меня дождь, я еще записываю, это не очень удобно. А, ты еще все выложишь. А как же сокровища? Я должен забирать все, что у тебя есть. И ты, кстати, у тебя там компашка. У тебя там своя атмосфера, как я вижу. Крипер, скелет. Корова еще бродит рядом. Нет, тут тоже своя атмосфера. Криперы. А можно будет видео, кстати, записать, как мы динамит делаем и грузим сервер на полную. Надеюсь, будет весело и интересно. Давай. Можешь убивать. Подходи, давай. Подходи, посмотрим, что к тебе сегодня будет интересно. Да. Ты это в следующий раз у синоптиков узнавай погоду, которая будет. А то записывать под дождем не кайф вообще. Ты меня хочешь убить? Ох, ни черта себе, я добыл квантовый шлем. Теперь я буду огром, и у меня будет 2 квантовых шлема. 2 головы. Эндер. Ну, эндеры тоже бывают. Будет там. Вот. Ну, и думаю, пора показывать видео. Если получится, ставлю. Получится. Не ставлю. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.
Всем привет! С вами Бартоломео МС. И это... Это лаги. Это наш первый выпуск на этой карте. Старая карта у нас поехала, полетела. Сука, ты что видишь-то? На потолке. Залип. Там бибис, там птичка. Нет, это бис. Вот ты дурак, блядь. Так, подожди, заново. Блядь, не могу. Не, нахуй, не могу. Всем привет. С вами... Лаги, блядь. Лаги, сука. Всем привет. С вами Бартоломео МС. Сука, не могу. Не могу. Любая хуйня, которая происходит, говорит лаг, и все, я смеялся нахуй сразу. Всем привет. Нет, нет, не привет, блядь. Нет, я буду молчать. Я буду... Не могу, блядь. Не могу молчать. Могу смеяться. А я не знаю. Какого себе меня убило? Да лаги какие-то, не понимаю, как я буду снимать сейчас. Всем привет. С вами Бартоломео. И подземный МС. Он убегает из камеры. Сука. О, блядь. 100 тысяч на первый раз видео записываем, да. Я тебя увидел. Что с тобой? Да карьер, ты понимаешь, уже 3 этих нарыл, 4. Да, пиздец, он нарыл уже, охуеть. И улетает.